Добрый день, друзья. Продолжаем на канале Немехо проходить кампанию в Infinity War с карточной игре новой, бесплатной игре, которая сейчас в стадии ОБТ находится. Может любой поиграть. Сейчас идет кампания с дронами. Ага, у меня есть выбор колоды, оказывается. Не знал этого. Уже представляется, да, я выбрал вот такую колоду огненного рассвета. Какая-то средненькая, да. Я не знаю, что мне там за колода. Так. Ну и давайте в атаку. Сразу одного поставим. Убийство. Ваш максимальный уровень ресурсов снижается на 2. Ну-ка, против каких-нибудь таких големчиков неплохо будет. Четыре. Я 12 урон нанес. Хорошая штука. Наносим просто чистый урон. Кто кого передамажит быстрее. Пока я лидирую. О, сразу краска меняет. Все клевое. Очень клевое становится. 12 урона. У меня много урона. В этой зоне нападения остается 3 поборника. Вообще еще больше. Чистое нападение такое. Кто быстрее разрушит. И это конец. 42 урона, он мне нанесет достаточно. Ну, какая-то миссия была простая, да. Много-много-много атаки. Следующее, выберите колоду, да. Нелегальная в РФ Старт. Ага, еженедельная бесплатная колода Альянс. Павление от трупов. Кулак небес. Ого. Огненная тропа. Избавление от трупов. Так, разницы нету, да, между ними. Ну давайте попробуем трупную колоду. Много-много трупов. Да. Так, кто у нас есть? У нас нежить, да? Если спящий вот находится на кладбище, в конце каждого хода он получает плюс 1. Отлично. Вытащить можно. Да? Чтобы не терять ход. Если персонаж под типом нежить под вашим контролем умирает, получает плюс 2. В конце первого хода игры все неизбежные мертвецы из вашей команды помещаются в вашу руку. А, то есть, типа они переместятся в руку? Нет, не переместились. Ну ладно. Способность. Перемещение всех персонажей с поля боя в зоны поддержки их владельцев. В начале каждого хода книга мертвых получает одну главу. Если в конце хода книга мертвых содержит 3 главы, она уничтожается. Все размещенные персонажи убиваются и переходят на ваше кладбище.
Интересная тоже штука. Ну, мы вот так сделаем. Это тоже сюда сделаем. Книжечку давайте. Количеством он давит меня. Если меняющийся паразит вступает в бой персонажем, персонаж умирает. Если меняющийся паразит убивает персонажа, он превращается в этого персонажа. О-о-о. Тут главное не успеть проиграть. При размещении зомби-отравителя целевой персонаж под контролем вашего соперника становится отравленным и получает инсулин в конце каждого хода. Так, после этого хода, по идее, все будут перемещены. И в зоне поддержки, из зоны поддержки тоже лол. Когда пирующий мертвец убивает другого персонажа, он получает, сохраняется после смерти. Такой фейл был только что. От меня, ну, буду знать теперь. Окей. О, друг. Ну, посмотрим, выживу я или нет. По идее, вот всех сейчас соберу.
Отлично, убрал. Ну что, защищаемся. Атакуем. Полчища мертвеца еще используем. Ага, еще и чаптер, да, сейчас будет. Он меня западло сделать. Зря я эту книгу использовал вообще. Короче, фейл. Фейл миссия. О, лол. Иди сюда. А вы сюда. А, он с кладбища еще всех поднял. Давайте там. 10-10. Трудом победил. Это. Не, нежить, конечно, неплохие, очень неплохие. Но надо понимать, что делает каждая способность. Иначе не продержаться. Допустим, если есть вот эта Хенкель, да, который с кладбища поднимает, то можно использовать. Кулак небес. Удар молнии. Давайте посмотрим удар молнии. Рассвет. Ну это же новая, да, компания? Вроде новая миссия, там какая-то седьмая, уже или восьмая. Ух, что-то номик этот, да? Так, что у нас тут такое? Удар молнии. Целевой персонаж получает, если этот персонаж механический, он получает 8 единиц урона. Но у нас тут ничего нет. Ой, тут здание. Тут здание, и оно очень противное. Переместите во время этого хода целевого размещенного персонажа в зону нападения или в зону защиты. Разница. Удаление из игры всех присутствующих персонажей. Богатый аристократ. Пока богатый аристократ находится на поле боя, персонаж под вашим контролем не могут получать соперника урон не в бою. От соперника урон, да? И пламенный таран атакует крепость. Блин, а мне вообще неким атаковать. Или артефакт. Вот артефакт хорошо. Ну что, давай попробуем. Кстати, может выживет еще даже. Не, не выживет, вряд ли. 4-4 зато стало. Десяточка. Все, хватит дополнительных юнитов посылать. Темные желания. Способность магия. Выберите один из вариантов. Создать демона 10 эффектом полет. Возьмите 3 карты, выберите из колоды карту, положите ее в свою руку. Несите 10 эффектов. Ну что... Давайте мы создадим демона. Но не приведено. Я создал демона. А где он?
Кажется, я здесь проигрываю. 9 урона. Еще одно темное желание. Так. Очка. Неплохо. 2 урона. Каждый раз, когда вы читаете заклинание, положите 2 жетона на камень призыва и истощения. Создание демона. Хорошее. Давайте. 2 жетона. Не убил. А сейчас убил. А нет, не убил. Убил. О, луч смерти. Хорош. Разыграть 10. Разыграть. Иди отсюда. Что это такое? Каждый раз, когда вы читаете заклинание, положите 2 жетона на камень призыва. Так, и... Окей. Этого убил. Этого тоже убил. Да нет, демона. Еще одного. Уничтожим просто эту карту. Пока. Все просто. Массовая смерть. И у меня никого нету в защите. 22 урона.
хоть кого-то, да, надо поставить на защиту. Силы здоровья целевого персонажа на поле боя снижается до 1-1. Вот так. Нафиг. На всякий случай вот сделаем. Да, вот сейчас поставлю, уничтожу вот этого. А, этих тоже бьет. О, так этих тоже атакует. Круто. Ну, такая очень своеобразная колода. И очередная миссия была пройдена. Выбрал какую-то случайную колоду, то есть надписи нету. Снова не доделали этот момент. У меня колода нежити вполне сносна. Против меня тоже нежить. Зараженный вожак стаи, когда стаи находится на поле боя, все другие звери под вашим контролем. Это вообще жизнь. Так, ну, сразу сделаем вот так. И зомби. Создание 5 персонажей. Так, троечку. Зомби против зомби. Смотрим, кто кого. А, мы можем двоих вот этих сделать. 5-7. Ого, выжил. О, у меня есть вот этот чувак. Он клёвый, он очень клёвый. Один из лов. У него очень-очень много на кладбище кого-то. Есть вот этот друг, который поднимет всех абсолютно с кладбища, тем самым сделав, конечно, послабее. Но пять типов персонажей, атака и 2 и 2. Ого. Агент Койл Зомборг. Развить каждый ход, во время которого агент Койл присутствует на поле боя, его силы здоровья увеличиваются, а показатели повышаются. Ну что, агент Койл? Все, это легкая победа, 100 здоровья, тут вообще без шанса. Ну не, 100 здоровья будет сейчас, да. Неважно, в принципе. Зомби, у которых 18-18, очень сильные, конечно. Тоже
у Орды много, но недостаточно. Следующее задание. Давайте снова нежить, она мне нравится на самом деле. Нежить — это круто. В всех играх нежить очень сильна, если умеешь играть за нее. Крешение, даже когда твоих убивают, ты становишься сильнее. Здесь, конечно, боевой дух. А еще вещь. Окей. Сделаем вот это. О-о-о. Вот такая штука. Размещение демона страха. Вы можете заплатить их единиц ресурсов и вернуть их персонажей в зону поддержки их владельца. Ого. И полет у него еще. Слушайте. Это серьезно. Алета бессмертная страдалец. Если Алета находится на кладбище в течение 5 ходов подряд, она в конце хода приносит ему поддержку. Точнее, удалите карту с персонажем вашего кладбища, а лето зомби 4-4. Понятно. Понятно, что очень жестко все. Так. А, она еще зомби создает, лол. А, нет, она удаляет. А, удаляет карту с персонажем с кладбища, создает зомби 4x4. Вот как, да, то есть все это вместе связано. Но при этом вот эта бесчисленная орда, она не становится сильнее. Уже в принципе неплохо. А вот вот жажда крови — это хорошо. Но сейчас сейчас, пожалуй, сделаем вот так. А это мы не можем сделать. Тоже вот это сделаем. Он начал, тоже пошел в атаку уже. О, полет. Мне нравится, что он воскрешается. Шесть опасно. Но он вообще не умирает, не умрет. Воу. Этот зомби. Зомби создает очередного. У меня полчаса мертвецов. Сорок два урончика. Последний ход. Нежить против нежити — это сильная вещь.
Уничтожение целевого персонажа на поле боя. Если Нрё убивает другого персонажа, этот персонаж переходит под ваш контроль и переносится в вашу зону поддержки. Отлично! И 76 урона по замку. Сам бак вообще клевый, конечно. Каждый раз восстанавливает все здоровье, даже независимо от хода. И третья кампания закончена, вторую я так и не понял, как проходить. Давайте получим ачивки. Смотрим, да, здесь должны быть ачивочки. Выполнение заданий. Посмотрим, что за карта, да, тут, о, полет, ну, тут летающий, бешеный парень. В принципе, все, что вот я прохожу, да, я сейчас и получаю. Получите пятый уровень, Iron Leveling Medal, железная медаль. О, какой-то один из многих выкопаемых, способен вас потерять базового духа. В вашей зоне защиты появляются три ополченца. Если под вашим контролем есть территория, защитник царства получает плюс 4, плюс 4. Плохо. Все. Закончилась третья миссия. Третья кампания. В следующий раз я продолжу в культ Верора играть. Увидимся в следующем видео. Не теряйтесь и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока.